уже зима 2017 года наступила. Погода позволяет, выехала на это место. Не просто так что-то поискать. Ну, можно и поискать. Хотя место здесь битое-перебитое. И обычно тут ничего хорошего не находится. Но просто я приехал сюда с целью показать некоторым любителям разбирать взрывоопасные предметы, делать муляжи, какие бывают находки на местах боев. Вот, к примеру, вам такой табличка, сообщающая нам о том, что на этом месте погиб человек. Как он погиб? Очень просто. В этой воронке он выплавлял мину 81-миллиметровую итальянскую, которая оказалась не такой простой штучкой, как кажется. Когда он подошел посмотреть, пошевелить ее или что он там хотел сделать, это знает только он один, произошел взрыв. В результате чего этот парень погиб. Один человек, который был с ним, получил ранение. А третий, ну, сотрудничал с милицией впоследствии. История такова. На этом месте было найдено около 40 81-миллиметровых мин итальянского производства, в которых были выкручены якобы взрыватели. На самом деле были выкручены только ударные механизмы. Капсуль-детонатор и детонатор находились на месте. После этого была сделана заявка одним человеком на уничтожение сапером. Саперы приехали, но к моменту уничтожения одна мина итальянская, она такая длинная, я на сайте положу фотографии, она куда-то пропала. Ну и впоследствии эти мины были все уничтожены, а та мина, которая пропала, она нашлась, и нашел ее вот именно этот человек. И в результате мы видим, что произошло. Как я уже говорил, в минах были выкручены взрыватели. Не взрыватели, а ударные механизмы. Взрыватели были на месте. Именно сам капсуль-детонатор с детонатором. И вот поэтому мы имеем такую историю. Это, в принципе, я к тому это видео снял. Тут интересного мало. Что люди, все, кто копает монетки, кто копает по войне, просто ходит по лесу. Ну, будем так говорить, просто не разбирайте взрывоопасные предметы, потому что от того, какой у вас взорвется по счету 5-й, 10-й или 100-й, ни вам, ни вашим родным от этого легче не будет. Подумайте перед тем, как крутить взрыватели, стучать по ним и делать прочие опасные операции. Ну, вот, в принципе, все. Тут можно показать еще. Тут, видать, родные приезжали неоднократно, но уже долгое время их нету. Здесь бутылка, потом эти вот с лампадок. Или лампадки эти сгоревшие, я в них не разбираюсь. Ну, кусочек, блин, лежит. Кто-то подбросил этого магазина СМГ-34, так называемый кекс. Ну, так что еще сблизи покажу человека. Может, кто знает его. Не знал. Ну, вот так вот. Ну, все. Вообще, вот лес. Прекрасно ходить. Особенно, когда ничего нет. Ну, все. Всем пока, удачи. А вот что накопал за день, если можно сказать. Ого. Ножичек вот слева лежит какой-то стальной, дома буду разбираться. Звено с ленты, с пушки ВИА, корпус гранаты М39, там гильза, швак, гильза немецкая, ну вообще такая ерунда. Ну, место битое, перебитое, можно сказать, практически копал, как на футбольном поле. Вот такой вот результат. Ну, все. Пока.